соответственно, с одной стороны, подобная дорога, она будет выполнять функцию дамбы, она будет задерживать воду, будет постепенное накопление, образуется водоем фактически, особенно вдоль дороги. С другой стороны, наоборот, будет подсушивать болото. На участке болота, которые соответствуют критериям редких типичных биотопов. Да? И это как бы уже уничтожение, непосредственно физическое уничтожение этого биотопа в пределах заказни. Вреда окружающей среде это точно не принесет. Принесет определенную пользу, потому что она будет, эта дорога, являться, как я и сказал, естественным барьером. Если будет гореть болото, то оно его остановит.